каждое утро я бегу посмотреть, что же нового в саду. И бегу, конечно же, без камеры, думаю, вчера я уже все сняла. Но потом я вижу вот такую красоту и опять срочно бегу за планшетом. Я снимаю на планшет. Какая же красавица вот эта новая розочка. Столько оттенков. Там и кремово-желтая в середине, светящаяся серединка. И вот эта кайма сияющая по краю. Изумительная совершенно розочка. То, что я снимаю каждый день, дает просто наглядную картину, как долго цветут те или иные сорта лилии. Вот эти розовые, но это чудо. Это нежность, и цветут они долго, очень красивые. Вот эта темная очень долго цветет. И уж красавица так красавица. Ну, хризантемка, понятное дело, она будет цвести долго. Вот с флоксами у меня не совсем непонятна ситуация. Они отцветают у меня очень быстро. Хотя, в принципе, должны цвести долго. Вот еще долгая история бегония. Один цветочек, но цветет он бесконечно. А вот здесь огурчики у меня еще собираются. Эту картину я показывала, но салат, он так интересно завязывается, что на это, в принципе, и смотреть-то интересно. Попугайные с каждым днем все красивее. Вот экзотика, так экзотика. И вот эти колокольчики мне очень нравятся. Тут одни листья чего стоят, просто как перья жар-птицы. Вот эта лилия, я подозреваю, что это все-таки вот этот самый восточный гибрид, нереально красивый. С каждым днем она все розовеет. Это хамелеончик, она зацветала белой. Вчера я ее показывала. Вот этот цветочек был белый, потом он делает вот такую замечательную каемку розовую, а потом он начинает довольно сильно розоветь. Но я подозреваю, что это восточный гибрид. Восточные гибриды, они вымерзают. Но, а вдруг уже вывели такие прекрасные гибриды, которые вот так вот поражают своей красотой, еще и не вымерзают. Вот за судьбой вот этой лилии я буду внимательно следить. По своему виду, это явно восточный гибрид, который самый-самый вымерзающий. Леди Митчелл все еще цветет. И вот это чудо. Бутон за бутоном выпускает. Эта лилия была посажена очень поздно. Но тем не менее она цветет. И цветочков дала очень много. Вот она перезимует, и посмотрю, как же, и размер будет, конечно же, другой, и высота, и количество цветов. Посмотрю, как же она изменится, мне очень интересно. А вот еще новая красавица, только сегодня зацвела.
фасоль растет. И самое удивительное, уже начинают какие-то стрючки завязываться. Цветов много, а вот сколько будет плодов, мне очень интересно. Ого-го, а здесь вот они уже какие, ничего себе. Вот такие плоды, стрючки. Я даже не представляла, что вот с одного куста может быть такое количество. Интересное растение. Посмотрю, что дальше будет. Помидорчики. И вот все еще цветет красавица Грейс Келли. Как можно ей не любоваться? Очень упрощает вот планшет окраску. У нее светящаяся такая вот кремово-белая, перламутровая, я вообще не знаю даже каких оттенков, обратная сторона лепестка. И сияющая кайма широкая розовая, а в серединке она все равно такая вот кремовая. Но это чудо какое-то. И очень яркая такая каемка, как карандашом прорисованная, по краю лепестков розовая. И, конечно,